Так, всем привет! С вами канал Армания. И куда мы приехали? Какие интересные окошечки. Пойдем посмотрим. Окошечки. Дима уже прям еле-еле мы доехали на трамвай. Дима прям сел стал. Дай. Да, Дим? Какие окошки интересные. Я хочу на площадку. Здесь он написано за окном. А, это, наверное, с какого дома снято. У нас сейчас эти дома начинают рушиться, их сносят. Передаю привет Илье. Большое спасибо, что смотрите мой канал. Привет, привет, привет. Музей Алабина. Здесь у нас музей, проходят разные выставки в Самаре. Так он выглядит красиво. Какая красота, да? Вон там площадка. Разные дома здесь строятся, да? Да. Дима уже устал вдруг. Мы поехали в обед. Надо было с утра, конечно, ехать. Все бы успели тогда. А мы в обед поехали. Дима устал и хочет уже спать. Да, уже у тебя, да, обеденный сон у тебя. Поздно поехали, да? Пока готовила мама. Подожди. Как с этой стороны. Большая полянка там вот есть. Памятник. Здесь вот дом вон тот круглый, который 31 этаж. Представляете? 31 этаж. Да, Дим? Да. Тут старые дома немножко остались. Тут какая-то у меня техника. Ну, такие красивые дома, кстати. А это вот поликлиника желтая. Кстати, сколько раз здесь была, первый раз ее заметила, вот в тот раз приходила. Там вот сейчас туда пойдем. Вот так вот выглядит музей Алабина. С этой стороны Самарский областной историческо-краеведческий. Мы, кстати, были там на выставке с вами. Ну, я думаю, еще много раз сходим на другие. Там разные приезжают. Очень такое интересное здание. Внизу оно стеклянное. Вот стекло. Окошки с той стороны внутри очень красиво. А сверху это стекло держит такую большую крышу красивую. Там, кстати, есть орнаменты небольшие. Да, Дим? Че? Тут тоже какой-то пенсионный фонд. А, я думала, тут что-нибудь поинтереснее. Большая такая площадочка. Тут памятник вон. А там есть еще дома интересные, очень красивые. Тут цветет все. Весна, конец весны. О, смотрите, какое здание. Таких сейчас остается у нас зданий в Самаре очень мало. Как я уже говорила, их они начинают рушиться. Вот почему тут именно вот последние годы, последние два года я замечаю, что они очень сильно начали рушиться. Тут вот белочка какая-то. Как только я включаю камеру, Дим, ты начинаешь сразу хулиганить. Закончились силы. Хотела мы экскурсию сделать. Сюда, видимо, надо мне одной все-таки было приезжать. С этой стороны Ленинская, 160. Кто в Самаре будет, смотрите. Ну, такие вот дома вот, да, их в нашем середине такой вот города. Их очень много. Театр кукол, Лакоморье. Не знаю, правда, мне кажется, они просто стоят, эти дома, для красоты. Ни разу там не была. Ой, какие звуки. Вот какие они красивые. По-моему, даже это построили специально, вроде бы. А может и были. Кто знает. Тут тоже все цветет. Дим, ну не надо, пожалуйста. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Все, идем. Ой, тут птички поют. Такая красота. Такое солнышко. И Дима спать захотел на солнышке вдруг. Я вообще не хочу спать. Не хочешь спать? А что ты, говоришь, устал? Видки, вон там красивые здания. Я хочу только на площадке гулять. На слезы.
там красивое такое здание. Тут вот прям такая зеленая Самара, такая красивая. Ну тут тоже дома, мебель, свет, двери. Это, наверное, раньше были. Здесь вот разные интересные дворики, мы пока ехали на трамвае. Там прямо вот между домами дворики. И так красиво, как сады какие-то. Ну, вот тут вот тоже. Аккуратненько, Дим. Вот тут тоже. Ну, там заброшенное какое-то. Заброшенное там что-то, Дим. А, и все, что ли? А, или вон там, может. Тут он разбился вообще. Все, идем. Я думала с тобой погулять, Дим. А я хочу уже на вон там он. Красиво очень. Что-то даже тепло оделось еще добавок. А, ну вот они, да. Все дома такие красивые. Мне так нравятся они вообще. Из дерева. Вырезать вот такие вот фигурки, орнаменты. Окошки такие, смотрите, большие. Здесь, кстати, довольно большие окошечки. Там... Вот, смотрите, как красиво. Там наверху даже. Какие вон. Надо же такое вырезать, а? Это вот надо быть мастером, чтобы так это... Ну, это очень красиво, поэтому я записываю, чтобы осталось все это на камере. На память все это остается в Ютубе, Яндекс, Дзене, Рутубе, ВКонтакте. Везде выложу. Ну, смотрите, как красиво. Красота. А там, по-моему, даже живут, что ли. А, значит, они были всегда. О, какие красота. Ну, надо же, а. Аренда помещений. А, там аренда. Вон какие, посмотри, какие орнаменты. Какой красивый дом, Дим. Красивый? Спасибо. На площадку. Там на площадке взрослые дети носятся. Ой, все, сейчас поиграем на площадке. Пойдем с тобой найдем площадку. Вон детский, что там написано, не пойму. Здесь у него большой сад. Небольшой. Мы пошли туда. А, вон площадка. Вон она площадка. А вот тут, смотрите, дом какой темный такой. Темный кирпич, темно-красный. Старый такой дом. Вот он дом. Старый такой. Интересный тоже такой построечка. Мне всегда этот дом в детстве напоминал какой-то дом Бабы-Яги, что ли. Он такой темный прям. У него кирпич такой темно-темно-красный. Или уже весь грязный, потому что у дороги стоит. Ну, что-то такое вот. Что-то страшное, мрачное. Я в детстве, когда его видел, мне потом кошмары снились. Таких, кстати, дома в Самаре у нас три. Вот этот... Потом где-то вот там в начале, через мост в городе, я его видела. И еще один где-то. Ну, по крайней мере, такого кирпича и такого, по-моему, формата. Вот, снизу прям великолепно смотрится. Со стороны, когда едешь, он просто темный. А вот снизу, кстати, мне нравится он. Такой прям, смотрите. Интересно. Надеюсь, что вам что-нибудь там будет видно. Очень сильно надеюсь. Но нужно будет потом летом еще раз с вами сюда приедем. Вы напишите в комментариях, что конкретно вам было не очень хорошо видно. И летом мы с вами, я приеду сюда одна. И здесь снова пройдусь, прогуляемся, посмотрим с вами этот дом со стороны. Пойду по той стороне. Весь его рассмотрим. Потому что с ребенком он уже устал. Конечно, время обед. Пока мы там прособирались, надо было с утра ехать. Вот так птицы поют. Шикарно. Посмотрите, какой орнамент. Звездочка, цветочка. Красивый какой. Здесь вот с этой стороны прям такой очень красивый дом. Там с большой такой аркой.
И посередине стоит, как его называют, забыла. Ну, конечно, да, надо сюда приходить. Лепнина какая красивая наверху, какой дом красивый. Сейчас пойдем с вами посмотрим, что же там внутри этого дома. А там забор. Ух ты, слушайте, какой он красивый старый дом. И в этом старом доме еще кто-то живет. А ну там забор, ну, в принципе, открыто. Может, там есть площадка, заодно ребенок побегает, и мне хочется посмотреть этот дом с другой стороны. Колонна, по-моему, да? Вот как красивый день. А какие потолки, смотри. Потолки какие. Забор такой высокий. А вон и площадка твоя. Никого нету. И с этой стороны тоже, кстати. Весь дом довольно интересно, в хорошем состоянии, только непонятно, с какой стороны вход. А, вон, стой. Площадка. Подожди, сейчас сами с тобой спокойно дойдем, не беги, ради бога. Мы сейчас сойдем. Да? А здесь тихо-тихо так. Так, тихо-тихо.